красиво, да? Очень красивого вида. Вот, и я поэтому вышла вся такая энергия наполнена. Так, все, кто заряжал Валевскую Алонку, быстро похлопали, Наталья! Спасибо! Ну что ж, Наташенька, поем, да? Поем, а как же? Во-первых, спасибо Music Radio, во-вторых, спасибо порталу «Я звезда». Действительно, когда я начинала, это было 96-й год, когда я начала писать сама песни, тогда, конечно, не было интернета и возможности писать какие-то такие красивые аранжировки не было. Поэтому я всех поздравляю с тем, что мы идем вперед, прогрессируем, и благодаря этому гости из Белоруссии приехали, из Польши, и мы можем, да, познакомиться с их творчеством. Я вам, кстати, тоже дарю свою песню, свое творчество. Называется эта песня «Твое молчание». И я желаю, чтобы в любви вы никогда не молчали, всегда говорили «Одного тебя люблю». Поехали. Я не пришла в твою судьбу.